Вітаємо вас на каналі Християнського соціального центру «Новий час». Приветствую вас на каналі Християнського соціального центру «Новое время». Наша страна вступила на путь глобальных преобразований. Реформация общественного устройства, корректировка институтов государства и обновление всех сфер жизни неминуемы в условиях становления и развития нашей страны. И мы с вами не имеем морального права оставаться в стороне от происходящего, а скорее наоборот, обязаны занять лидирующие позиции во всех сферах во время становления великого европейского государства Украина. Мы, Христианский социальный центр «Новое время», берем на себя ответственность за то, где сейчас находимся. Дома, в школе, в институте, на работе, на службе, среди родственников, друзей и коллег мы обязаны приложить максимум усилий к тому, чтобы все, что нас окружает, получило от нас заряд здоровой энергии для обновления и стремительного роста. Помните, что наша цель – это 300 миллионов измененных судеб. На сегодня у нас есть три новости. Одна главная, вторая важная, а третья очень приятная. Начнем с главной. На прошлой неделе у нас был большой и радостный праздник – Международный женский день 8 марта, с чем мы и поздравляем всех наших любимых девочек, девушек и женщин. Пусть ваша жизнь будет наполнена любовью и радостью. Пусть все мечты сбываются. Вы даете жизнь и наполняете ее светом, теплом и радостью. Будьте счастливы! Вторая новость важная – для всех граждан Украины. День рождения нашего великого соотечественника, символа нашей свободы и независимости Тараса Григорьевича Шевченко. 9 марта 2014 года – это знаменательная дата, 200 лет со дня появления на свет гения украинской литературы и художественного творчества, который стал олицетворением силы и духа украинского народа, примером для всех борцов за свободную и независимую Украину. И, наконец, самая приятная новость для всех членов Христианского социального центра – это день рождения Андрея Александровича Куксенко, нашего лидера и наставника, человека, благодаря которому мы все сегодня знаем друг друга и знаем, что имеем огромный потенциал для достижения любых побед в нашей жизни. Благодаря этому человеку каждый сумел найти свое призвание и предназначение. Андрей Александрович – это человек с большой буквы. Дорогой Андрей Александрович, мы от всего сердца поздравляем вас с днем рождения. Желаем, чтобы ваша большая мечта исполнилась и 300 миллионов судеб изменились. А мы будем стараться вам в этом помогать. И в завершение сегодняшнего выпуска хочу напомнить о том, какие темы будут подниматься на этой неделе нашими лидерами в их социальных проектах. В понедельник «Школа успеха» на своем уроке поднимет тему «Выбери жизнь». Бог и сегодня творит невозможное. Откройте границы своего сознания для Божьего присутствия. Проект «Правила денег». Настоятельно рекомендую все же начинать ознакомливаться с правилами денег, без знания которых невозможно стать успешным и состоятельным человеком. На проекте рассматриваются не только финансовые темы, но и духовные. Тема следующей встречи – ценности. Чем вы руководствуетесь, выбирая профессию или работу? Чем руководствуются родители, выбирая школу для своих детей? Ведь от каждого выбора в нашей жизни есть последствия. Во вторник в 19:00 проект «Анатомия брака для незамужних и неженатых» проведет урок на тему «Чем руководствоваться при выборе спутника жизни?». У всего есть смысл и предназначение. Проект «Анатомия брака для семейных пар» приглашает по-новому взглянуть и осознать, каким же было изначальное предназначение семьи. В четверг в 19:00. Приглашаю вас посетить официальную страничку Facebook ХСЦ «Новое время» и подробнее ознакомиться со всеми социальными проектами нашего социального центра. Я прощаюсь с вами. До новых новостей!
14 марта в пятницу приглашаю вас присоединиться к ночной молитве Центральной Церкви Посольства Божия, которая пройдет по адресу город Киев, улица Ижевская, 2. Каждое воскресенье в офисе нашего социального центра игровой клуб «Мафия» ждет вас на увлекательную игру. Также English Speaking Club приглашает вас в 18:00 пообщаться на тему «Professions». Посетите нашу страничку в Facebook и подробнее ознакомьтесь с расписанием всех наших социальных проектов. Я прощаюсь с вами. До новых новостей!